Друзья, добрый день. Кому-то добрый, кому-то нет. Немножко хочу вам правду рассказать про себя. Я же обычно только о спорте или личный блок веду. Большая, как бы, для кого-то беда, для кого-то горе. Я, короче, забухал. Неделю пропил, что-то чувствую, что остановиться не могу. И все-таки решил, что здоровье мне дороже, а выйти я с этого запоя не могу, уже неделю. Решил все-таки откапываться и потихонечку отойти. Поэтому прошу прощения всех, кто в меня надеется, верит. И кто как бы смотрит, я всю правду хочу рассказать. Вот лежу сейчас под капельницей. Я не знаю, что там колет. Может, там кто-то берет гемодез, или еще, какие-то еще витамины. Короче, второй день я капаюсь, но сегодня уже больше, лучше, сон появится. А так вообще не спать, но кошмары какие-то снятся, и тяжко. Блин, печенка, наверное, тоже болит. Ну, я не один здесь, люди тоже. Поэтому еще раз извинить прошу, не сильно на меня, как бы, напишите в комментариях, что кто сталкивался с этой проблемой. Еще раз извиняюсь. Ну что, поверили, да? Можно сыграть, нет? Оскар, хоть я достоин чуть-чуть или нет? Нет, конечно, никто не откапывается. Я очень-очень-очень редко употребляю алкоголь в малых количествах. Но кто поверил, да? Напишите, как. Я вот думаю посмотреть, как обратную связь. Комментарии. Просто лежу не в больнице, в дневном стационаре. По ушам мне тут включают, я не знаю, ноотропы, чтобы там кровообращение в мозгу было получше, ну, видать, и уши. По ушам лежу. Просто, видать, маленько у меня. Как там у нас? Тугоухость, да? Да. Сенсоневральная. Сенсоневральная? Да. Короче, мы это глуховатые немного. Поэтому вот я лежу в больнице. Заставили перед комиссией пролежать где-то дней 10. Мне интересно, кто, кстати, поверил в это начальное видео. Пишите, я хочу услышать эти комментарии. Потому что, когда я начал, вот вчера показываю, что под капельницей лежу, мне где-то 5 человек, и сегодня, и сейчас еще, кстати, один написал, что, типа, отходишь от алкоголя, прокапываешься. И даже человек, который меня знает, Николай Чикатикин, и тот, Коля, ты-то куда? И друзья, он даже девушка смеется, что откапывает. Допились, да. Что тут натворили? Вот так вот, друзья. Посмотрим, как кто отреагирует, да? Я перед всеми дико извиняюсь. Что начал прикалываться вот так вот. Я просто хотел посмотреть, как вы отреагируете. А так, я просто по ушам прохожу, у меня ослабление слуха, небольшая тугоухость. И медицинская комиссия на железной дороге меня не пропускает, пока не пролежу в больнице. Вот. Так что, ребята, еще раз извиняюсь. Всем счастливо, здоровья, спорта. С вами был спортивный дед. Всем пока.